Жанр спектакля авторы называют «ироничный детектив». Каждый зритель станет свидетелем преступления, начнет расследование и вместе с актерами выведет злоумышленника на чистую воду. Западню поставил московский режиссер Роберт Манукян. Главные роли в спектакле исполняют живые легенды советского и российского кино Борис Невзоров и Сергей Никоненко. Также в постановке заняты восходящие звезды Вадим Колганов и Анна Банщикова. В основе детектива французские комедии, а значит, главную интригу в ироническом детективе создает женщина. С ее таинственного исчезновения и начинается остросюжетная история с массой неожиданных поворотов и развязкой, которую зритель ждет меньше всего. Ироничный детектив, в котором известные артисты попадут в непривычные для себя ситуации. И как они из этих ситуаций будут выходить, увидят только те, кто придут на наш спектакль. В нем, правда, очень много иронии. В спектакле заняты замечательные актеры, а я вас уверяю, я вас насмешу. Первыми спектакль увидят сыногорцы 24 марта на сцене ДК «Визита». Уже на следующий день ироничный детектив в Абакане в 18:00 в драмтеатре.